Всем привет! Мы продолжаем знакомить вас с игрушками от компании Полесье. На этот раз представляем логический паровозик серии Мифи. Именно так зовут главного героя книжек про белого кролика, который появился более 60 лет назад в Голландии. Его автор, художник Дик Бруно, сочинял истории про маленького ушастика для своего сына. Затем о Мифи узнал и весь мир. Сегодня изображение девочки-кролика можно встретить на детской одежде, посуде, игрушках. О Мифи снят даже мультфильм. Путешествует сказочный кролик и по продукции фабрики Полесье. Паровозик-головоломка серии Мифи компактный и функциональный. Его можно использовать в качестве машинки, каталки, предусмотрен шнурочек и сортера. Малышам предстоит решить задачку. На крыше паровозика 4 отверстия. Каждому нужно подобрать соответствующую по форме фигурку. Всего в комплекте 6 разноцветных фигурок. Функции паровозика универсальны. Игра с ним полезна для координации движений малыша. Развивает логическое мышление, память, внимательность, умение анализировать. Это очень удобный способ познакомить малышей с фигурами и цветами. Впереди паровозика циферблат, так что можно изучить еще и основы счета. Игрушка со сглаженными углами безопасна и выполнена из качественного пластика в 2 цветовых вариантах. Фигурки из контейнера легко достать, а перевозить паровозики можно и другие мелкие грузы. Какие? Здесь малышу поможет его фантазия. Скучно с паровозиком-головоломкой ребенку точно не будет. Следите за нашими выпусками, узнавайте о новинках, играйте и развивайте детей вместе с компанией «Полесье».